Идем уже к морю. Такой вид. Пляж. Море чистое. На глубине даже оно чистое прям. За минуту показать обзор на номер. Прикладываем карту. Мы сейчас уже уезжаем. Так, вставляем карту, чтобы электричество начало работать. Так, это такой номер. Шкаф, всякие полки, сейф. Плечики. Так, пульт, кондиционер. Полотенца дают. Два больших, два полотенца руки потирать. И одно ножное полотенце. Мыло тут всегда есть. Нормальный душ. В номере, в принципе, не в принципе, а проблем нет. Фен даже есть. Таблички не беспокойте или уберитесь. Полотенце мойте, не мойте. Ну, надо мыть всегда. Это нам дали на ресепшене. Когда там завтрак, во сколько обед, когда там работают бары, во сколько открываются, закрываются. Телевизор, мусор. Так, холодильник всегда пополняется каждый день. Там колы, спрайт, там что-то какой-то, типа чай, еще швепс и все по два. Мы просто сейчас выпили, дают, так, дают эту воду. Две бутылки 0,5. И такие еще минералки тоже по две штуки в холодильник кладут по 0,5. Это какая-то минеральная. Всякие там штуки. Так, салфетки тут есть. Так, и вид. Вид классный. Это завтрак. В ресторане всякие булочки, сладкие, с сыром. Что-то всякое разное. Яйца вареные, блинчики. Всякий хлеб. Хлеб, булочки, колбасы, сыр. Много видов сыра. Я брал чеддер, вот был желтый сейчас. Сыр косичка есть. Мед в сотах. Прикольно. Кетчуп, майонез. Специи всякие. Картошка, грибы. Шампиньоны вроде, перец. Сосиски. Омлет. Омлет с овощами. Помидор с сыром, перец, баклажаны, луковые кольца, гречка, курица, морковка. К завтраку всякие мюсли, масло, оливки с маслинами разных видов, шоколадная паста тут, йогурты типа рожок. Варенье там было. Зелень, помидоры, огурцы, всякое разное. Фрукты свежие. Но они не такие вкусные. Всякое тут абрикосы, консервированные йогурты. Это к чаю типа. Всякое. Бар. Наливают там пиво, кофе, вроде бы. Может, кофе не наливают, не помню. Так, это кофе. Вот здесь уже можно налить разный кофе. Капучино я всегда брал. Чай, липтон. Разных видов, разных вкусов. Это чай вот готовый. Кипяток. Напитки, клубника, апельсин, яблоко,
немножко на нас, но они слишком концентрированные прям, они слишком сладкие. Вот можно взять воду здесь и разбавить. Почему-то вот они прям слишком сладкие, прям очень. Так, это уже обед. Картошка, наггетсы, картошка фри, луковые кольца, вот это спагетти, макароны разные, мясо разное, вроде курица была, булочки, суп здесь двух видов, но необычные. Так, это что-то турецкое, что-то типа фаршированный перец, тут сыр. Маслины. Так, это уже горячее. Тут всякое. Так, пюре. Вот это мясо. Говядина очень вкусное. Прям. Фрукты. Пахлава. Вот. Самое вкусное вот в ресторане это пахлава. Ну, в смысле, сладостей. Это я забыл что-то, всякие десерты. Вот пироженки, вроде на вид классные, вкусные, но лучше пироженки кушать в кондитерской. Потому что тут не очень они. Так, уголок здорового питания. Типа, с ошибкой они написали луковые кольца. Картошка фри. Это типа собери бургер сам. Один раз я только это увидел, собрал. Получилось прикольно. Кетчуп тут, майонез есть. Булочка. Привет. А, ну это ужин, да. Макароны. Готовая еда, типа. Курица вроде, рыба, кебаб, хлеб, перец, помидоры, хлеб разный. А всякие овощи. Соус тут вот можно взять белый прикольный. Зелень, овощи. Лимон, маслины с оливками, специи, рис, вроде говядина, пюре, что-то там не помню, тоже не помню, чикен, баклажаны, фаршированное что-то. Картошка. Это турецкая еда, я не пробовал. Turkish traditional foods. Пахлава. Она с грецким орехом, вот прям вкусно. Она прям очень сочная, прям, блин, вообще. На сахаре вроде бы она. Путевка обошлась в 153 тысячи рублей на 2 человека. Это ультра все включено, номер стандарт. Аэропорт Казань. Вылет в аэропорт Анталии 22 мая в 2:55 ночи, а обратно 29 мая в 21:25. Кстати, покупал тур через турагента Лилию. Беру путевку через нее второй раз, все хорошо. Ее номер телефона 8-912-468-0175. Есть WhatsApp, Telegram и Viber. Если скажете, что пришли от Артема Баженова, получите скидку 500 или 1000 рублей в зависимости от стоимости тура. Договор можно заключить дистанционно. Турагент зарабатывает не с клиента, а с туроператора. Сейчас будет обзор территории отеля. Вот вы приехали, такой вид. Crystal Aura Beach Resort and Spa.
парковка для автомобилей, чемоданы. Здесь вас встречает человек, надевает браслет бумажный. У меня уже он стерся на видео, это ресепшн. В основном турки все. Здесь бронировать рестораны. Ресторан нужно один из четырех. Один раз можно будет только сходить, это бар. Идем обратно, спускаемся вниз. Шахматы. Crystal Spa Center. Там баня, хамам, тренажерный зал. Какую-то одежду, видимо, продают. Здесь тоже я не понял, что. Тренажерный зал. Нормальный, в принципе. Вон. Там же хамам, баня и платные услуги. Это кондитерская. Всякие разные пироженки. Здесь они гораздо вкуснее, чем в основном ресторане. Пахлава тоже есть. Мороженое, но с фисташкой специфическое. Это кафе. Здесь разное кофе делают. Много разных видов. Идем дальше. Аквапарк. Здесь три горки всего. Вот которая с шаром, которая средняя, она самая опасная. Там кто-то травму головы получил. Ну нет, то есть шишки просто. И там руку что-то там кто-то. Это бар. Здесь бургеры готовят. Очень вкусные. Итальянский ресторан. Готовят здесь пиццу и тоже всякие разные. Это включено в путевку. Ну, это пицца с колой. То есть можно пользоваться. Детская горка. Гриль. Вечером здесь так. Но уже тут все съели практически. Идем дальше. Это основной ресторан, где завтрак, обед, ужин по определенному времени. Полотенце пляжное. Даешь карточку и получаешь полотенце. Туалет мужской, для инвалидов и женский. Вода. Бар. Здесь пиво, коктейли безалкогольные. Бассейн. Идем к морю. Лежаков много. Это столики можно взять. Здесь там пиво поставить или что-нибудь. Еду, это душ был. Пресная вода. И рядом там раздевалка была. Идем дальше. Рожок, мороженое. Арбуз, нарезанные фрукты. Фрукты, яблоки, пахлава. Бар. Много видов коктейлей алкогольных. Самый вкусный для меня это Валенсия, вот которая снизу прям. Коктейли. Пиво Эфес на разлив. Ну, оно разливное только, и оно одно. Закусочная, когда ресторан закрыт, основной. Ну или, в принципе, в другое время. Ну, закусочная вот это работает всегда. Это рыба вот с пивом. Прям вкусно.
сочная такая. Ну, закусочная, там работает с утра до вечера. Луковые кольца, картошка фри, сосиски. Майонез, кетчуп, какие-то соусы, салат. Сцена Криса Лаура, вечером выступление. Идем дальше. Это туалет. Идем наверх. Здесь анимация. Стреляют с ружья. Как у нас в тирах. Пинг-понг. Настольный теннис. Так это выглядит, вот, когда аниматоры зовут поиграть. Идем дальше. Такой вид отсюда. Идем наверх. Это бар. Такой вот вид. Это мы уже уезжаем из отеля Crystal Aura в аэропорт. Если обзор понравился, буду рад лайку. Комментарии прочитаю все. Вступайте в мою группу ВКонтакте «Баженов рекомендует». Там вы найдете много полезного.